Солидно, много, модно. А то уже не в первый раз приходит на фестиваль. Неприятно вот этот звук слышать аплодисментов. По сути, это моя самая главная зарплата, поэтому не забываем аплодировать как раз-таки. Я не буду тогда голодать. Но самое пора перейти к нашим членам жюри. Те люди, которые будут оценивать всех участников на этой сцене со своим богатым опытом. Так давайте же с ними и познакомимся. Итак. Вы спрятались от меня, я вас вытащу. Ну что ж, давайте немножечко погадаем. Каковы даты? С 2017 года изначально состояла в команде Freak Show. На данный момент лидер группы B5 и B-Idol. Обожает сцену и постоянно выступает на фестивалях по Сибири и онлайн-конкурсе. На ее счету участие на многих сценах, таких как Танки на юг, Тайма Мацы, Азин Конг, Кроссовер, Куэнда Косплей, Born to Dance, Archipes, Idol, Z-Fest, Конверсия, Blackfest и Good Black Open. Помимо этого также изучают многие другие стили танца, такие как хип-хоп, вок, вакинг, хайлис, регетон, а также является преподавателем по направлению хип-хоп в городе Прокопьевск. По выступлению, в первую очередь, она оценивает задачу, костюм, отыгрыш, шаттл танцы. Это то, на чем она заостряет внимание очень быстро. Прошу любить и жаловать. Тори! Итак. Однажды, в 2013 году, судьба завела ее на первый фестиваль «Новокузнецк». И с тех пор ее не отпустила ни на один год. Выступая с 2015 года в командных парных и сольных работах, успела завоевать ряд побед на фестивалях «Тайна Мацы», «Фронт Косплей», «Кроссовер», «Акер-Рюма», «Азия Приз» и других небольших мероприятий. Можно сказать, что косплей сформировал ее как личность, ради него она училась шить, осваивала визаж и основу грима и обучалась озвучке. Ее голос вы, кстати, можете услышать в некоторых сценках и декабря на сибирских фестивалях. Косплей — это то, что мотивирует ее развиваться и изучать новые сферы. Для нее большая честь в этом году стать частичкой одного из ее самых любимых фестивалей. Ну что ж, давайте послушаем ее поприветствуем. Хани-сан! И наш последний член жюри. Косплеер, крафтер, сценарист. Вот уже 9 лет. Хорошо разбирается в технике сложных элементов костюмов, инженерных решениях и при их создании. Также профессионально можно оценивать отыгрыш и выступление на сцене, включая аудио и видеосопровождение. Неоднократный победитель Комик-кон Сибири, победитель косплей Battle Royale на Комик-кон Сибири 2019, представитель Сибири на фестивале StarCon 2019, победитель Гран-при Суперфест 2022, неоднократный член жюри различных фестивалей, основатель мастерства Сибириан Крафт и участник Сибириан Косплей. Гранд-чемпион Комик-кон Астана 2024. И это Миндей! Вот мы познакомились с нашими членами жюри, и я хочу вас спросить, есть ли у вас какое-нибудь напутственное слово для наших участников? Что вы можете им пожелать? Кто-нибудь первый? Я знаю, что на фестивале все очень сильно волнуются, и самое главное, что я хочу пожелать, это не волноваться, все будет хорошо. Если у вас что-то пошло не так, это знаете только. Очень вас ценим и ждем результатов вашей работы.
И на этой замечательной ноте я объявляю начало первого